еще экономический. Андреева Наталья Николаевна. Полоянцев Ашот Рудольфович. Ермакову Павлу Михайловичу. Машинной технологии обработки метеодавления с присвоением квалификации инженера-механика, диплом с отличием. Чевелитина Константина Сергеевича. Автоматизации технологических процессов и производств. Присвоение квалификации инженера-механика, диплом с отличием Огурцову Дмитрию Николаевичу. Итого 18 дипломов с отличием, хороший очень результат, похлопаем отличникам. По специальности технологии машиностроения с присвоением квалификации инженера-механика диплом ручки. Татьяна Валентиновна. Геолог Роман Владимирович. Белозеров Роман Олегович. Нет. Нет, мам, нет.
Кошелеву Михаилу Валентиновичу. На Липкину. Плотниковой Анне Ивановне. Рогомнину. Нету. Шутову. Нету. Алексею Анатольевичу. Юрковскому Александру Владимировичу. По специальности котное реакторостроение с присвоением квалификации инженера-механика без отличия диплома Вишнякову Владимиру Владимировичу, Гусарову Денису Анатольевичу, Игонину Александру Владимировичу. Осуществить сервис силами других фирм иностранных, это невозможно. Сервисное обслуживание должны осуществлять только наши работники, что и в настоящее время осуществляется. Так вот я вам хочу сказать, что если даже не выпускать вообще турбин в отрасли энергомашиностроения, я думаю, все-таки в конечном счете все выйдет на нужный уровень и все будет хорошо. Потому что иначе это будет противоречить законам развития. Могут быть спады какие угодно, но непременно все равно должен быть подъем и следующие за этим подъемом наша, в общем-то, и занятость на работе именно по специальности. Вы получили, каждый из вас получил специальность. Специальность хорошую. Вечную специальность. Ваша особенность состоит в том, что вы можете достаточно просто, если в этом будет необходимость, адаптироваться к работе по любой другой специальности машиностроительного круга. Те выпускники, они не могут никогда работать по специальности трубостроения, по специальности гидромашины энергетического круга. Именно по гидротурбине. По пневмоавтоматике, да простит меня Григорий Исаакович, смогут. По гидроприводу смогут там станочники адаптировать. По гидротурбинам никогда. В этом гидротурбинистов уникальность. Нигде таких специальностей не готовится. По трубостроению здесь та же самая ситуация. То есть в иерархии специальностей эти специальности занимают самое высокое место. Теперь что же дальше делать? Ну вот вы закончили институт, и сейчас я представляю себе, каково ваше положение. Я помню, когда я закончил институт, то ко мне мать обращается, что с тобой? А я лежу, как будто бы у меня все лишилось. Вот. Ну, долго не переживая, потом поступил в аспирантуру. Я понимаю, что не все поступят в аспирантуру, не все даже пожелают этого. Но что же делать дальше? Ну, вот этим вопросом мы вообще-то тоже. И я тоже думал, что можно предложить вам дальше. Я бы хотел бы... Мухтееву Сергею Борисовичу. Гринькову Александру Евгеньевичу. Голубику Михаилу Юрьевичу. Ивановой Анне Михайловне. Лиманскому Олегу Евгеньевичу. Малюшинской Ирине Геннадьевне. Михайловне Светлане Николаевне. Морозовой Евгении Николаевне. Никитиной Елене Борисовне.
Акишину Владимиру Александровичу. Пожидай его, Валерию Ивановичу. Поповый Наталья Александрович. Праздниковой Виктории Викторовны. Савич Светлане Геннадьевне. Смирнову Ольге Викторовне. Суровнёв Дмитрию Борисовичу. Чернорубской Марии Абрамовне. Усику Дмитрию Валерьевичу. Фомину Андрею Евгеньевичу. Чикатило Любовью Владимировичу. Дюдину Игорю Юрьевичу. По специальности режения.